Чувак, ти тупо сова літає. Йоп твою мать, блядь. Угадайте, це подмишка или под нога? Ні, це нога. Всі, хто ответив правильно, получають хорошу оцінку. Якщо ви думаєте, що це був тільки що ефект, типу музикальний, ну, в принципі, да, але ні. Тому що в мене тут гітара. А, блядь. Люди, які приглашають мене в бесіди, у мене к вам один вопрос, чисто one questions. One ask. Ну, в общем, питаннячко. Зачем ви це делаете? Вот, в общем. Класно. Раз, два. Два. О, що, це вже все? Стоп, подождите. О, три. Денис, Екатерина, Богдан. Вопрос, зачем? Гулька, Веснулька. Шо это такое? 8 марта, блядь. Давид Башенька. Кто эти люди? Зачем вы меня приглашаете? Серьезно, я чуть-чуть not understand. Я чисто только что случайно открыл это сообщение. Вопрос, зачем? Сегодня 2 апреля, Матвей Евдокимов создал беседу. Проголосуй, пожалуйста, очень проигрываем. И пошло. Покинул беседу. Ой, спасибо, блядь, покинул беседу. И что? А вообще, на самом деле, блядь, все очень плохо. Все очень bad. Bad. Ви видели, що під чолкою ви стригали? Я такого не бачив. І моя голова такого теж ще не бачила. Но тетя парикмахер сказала, що якщо я так зроблю, я буду самим крутим вообще в городі і на цьому районі. Так що я повірив тетю парикмахеру і... Тепер я дебіл. Бля. Короче, только що гуляли з Давидом. Ну? Давид. І заметили здесь вот такую хуйню. Как сейчас уже может стать понятно, здесь были раньше рельсы. Видите, эта херня? У меня есть одна заначка. На всякий случай. Не, не то, что я прям испугался, просто. А может мы вандалы? А я не знаю, что здесь. Здесь на самом деле очень странное место. Если что, мы в Черкасах, а не в Киеве. Здесь ухожено. Мы изначально вообще, типа, ну, не то, что не хотели сюда... Ёб твою мать. Просто Давид сказал о том, что здесь дохуя будет бомжей и собак. И мы вот это, короче, чисто вагались. Не, я говорил про завод. А, да? Я же не понял. А там, типа, будочка, и на ней флаг правого сектора. Интересно. О, вот, а здесь уже начинаются рельсы. Что-то, бля, мне пока ни один бомж, ни одна собака не встретилась. Смотри, там есть продолжение пути. Вот там вот продолжение вообще пути. Здесь дорога идет туда, прямо шлагбаум, то бишь туда типа нельзя. А, и вот там спуск вот такой. Я сейчас подойду, посмотрю, что там вообще. На месте не садится. А вдруг мы здесь какой-то клад найдем? Ну, что, блядь, клад? Какой нахуй? Чувак, ты тупо сова летает. Богдан Медведенко лазает по помойкам. Ну, не то, что прям по помойкам. Я, короче, с Лерой поссорился. Да так просто. К слову. Ну я хуй знает, можно пройтись посмотреть туда. Вдаль, блядь. Шо, блядь, не. Джекис. Ну. Я чтобы Джекис. Ладно. Я привлекаю внимание. Ёб твою мать, блядь! Шершень. Там пчела. Ну. Чи шершень? Everybody dancing, нахуй. Есть кто-то живый? А вот там тупо дырка. Пизда с вашими, сука, шершнями, блядь. Я же их боюсь. От укуса шершня может умереть собака. И людина. Тоже. Бабочка летает. Покомментируй на камеру мусор, какой будет интересный влог. Двери какие-то. Мне кажется, это какие-то склады. Смотри, там вода. Ого, что там делать? Мокна. Ёб твою мать, сыночка. А сыночка. Тут тупо свет можно включать. Есть какие-то изменения? Джина? Вроде темнее стало. Да? Скажи. Я извиняюсь, а если мы выйдем туда, то куда мы пройдем? Только назад, да? Окей, братан, спасибо. Давид спрашивает, а если мы сейчас туда пойдем? Куда мы выйдем? Мужик тупо отвернулся дальше, пошел останавливаться, смотрит на него. Туда? Нет, туда вы не пройдете. Ну кто знает, блядь. Сейчас с какой стороны и подавите. А тот мужичок вышел, наверное, с этой халупкой. Он тут живет. Бомжей вы тут есть? Нема никого. Ух ты, блядь. Шум. Шум дорог.
Я сам не свой. Рома Желудь и Дима Жиган гуляют. Сука. А за окном нелетная погода. Смотрите. Наш прицеп, чтобы машины перевозить тут, да? Ну, может, не именно машину. Именно машину? Я знаю. Я нож, наверное, спрячу. Чтобы она не подумала, что я с агрессивными намерениями. И что мне тот дядя сказал, что я никуда тут не выйду, блядь? Что это? Якийсь коллайдер? Мне сейчас заводить. Почти заюсь. Пахнет невкусно. Ребят, а ну напишите быстренько в комментариях. Залезть вам, показать, что там, что мне интересно. Главное, чтобы эти баллоны сейчас вниз не покатились. Ну, вот это такой серьезный вес, что... Ребят, показал вам, як... Я просто цим голову. Як можу переработати. Приватбанк. О, ваша точка опору. Нашов своє місце. Реклама Приватбанка. Алло. Бачите вже? Я ж казав, що через время нас почнуть іскати. До вас звертається Приватбанк, мене звати Едуард Євгенович. Це Богдан Віталійович? Так, да, Богдан Віталійович, він самий. Только що пошутили про рекламу Приватбанка і вже дзвонять. І чому раніше не внесли платеж? А, ну, забыл я, да. Забыли, понял вас. Дело в том, что у вас уже за 14 дней банк начисляет штрафные проценты. То есть, согласно пункту договора 2.1.6.10, переплачиваете, и сумма с каждым днем все увеличивается. Чтобы этого избежать, нужно сделать платеж в ближайшие 2 дня. 160 гривен. Сегодня или завтра? Богдан Витальевич, сегодня будет возможность пополнить карту? Нет, завтра. Завтра будет в пятницу, 15 апреля. Плюс это же вы же хотите это сделать, потому что есть и просрочка по карте. Более чем 30 дней банк начисляет клиенту штраф 500 гривен плюс 5% от суммы долга. Могу, да, на себя потратить. А тогда платеж ваш будет проверен службой безопасности Приватбанка. Не нарушайте свое обещание и не подводите себя. Играем типа шуты, вы прожили. О, блядь, а я казал, что это хуёвая идея, блядь, сюда иди. Реклама Приватбанка нашла своё место, блядь. Что я хотел сказать, что мы тут шли и кое-что побачили. Світофор для поїзду. А як ви знаєте, я не поїзд, бо перелісом не йду. Ну, на світофор залізти треба. А, клас. Інкі ступеньки, блядь. Блядь, пошумо. А головне, знаєш, щоб що? Щоб перше, щоб він... Привет. Щоб він не упав, а друге, щоб мене током не вдарило. Хоча, чи так варіант? Як ощущення? Нормально. Там, типу, Дніпр, а там закат. О, подожди, подожди. Смотрите, как я держу тебя. Классно, да? Как вы достигли таких вершин, выпрямились? Можно какую-то гайку спиздить. Это называется «Позорился с Лерой» и все. «Позорился с Лерой» и все, блядь. Душа пошла в гульку. Обычно, понимаете, при ссорах там идут стриптиз-клубы, напиваются, идут изменяют. А будь я что? А будь я полез на светофор. Дивите, вот сами там были. Скажите высоко. Ребят, сейчас будет такой момент, который, типа, не каждый воспримет так, как нужно. Поэтому дети, слабонервные женщины и беременные мужчины, реально, перемотайте это секунд на 15 вперед, пожалуйста. А если нет, то дивите. Самое чувство, когда ждешь, пока Медведенко выпустит новое видео. Дождался. Короче, Гури меня разбудил. Ну, не разбудил, я шучу. Я... Вот этот наркоманский голос и, блядь, хуи нахуй, дебил. Да ты подожди, блядь, зови свой пиздак, серьезно. Вчера, блядь, ебали, ебало завали. Пошел, короче, хуило, блядь. После три, блядь. Черкасы превращаются в какой-то мир видеоблогеров. Он идет, думает, что он накрывает меня матом, думает, такой пиздатый. Я хуизос? У тебя портфель расстегнут. Просто, чтобы вы понимали, маленькое предисловие. Кто топчет тут, блядь? Гуря с химпасом. На самом деле, блядь, мы идем уже на день рождения. Там, где мы начали, где я начал снимать, там была, короче, моя школа, и вот сюда, вот этот магазинчик. Вот этот. Мы бегали тупо как школьники, ну почему мы были школьниками? Мы бегали в магаз за... Ебать взрослых. На школьных переменах мы бегали за пивом. Все, тупо, идем на днюху, блядь, праздновать. Пить до магазина с собаками заборонено. Гуя, подождешь? Я скажу, воды куплю. Хочу взял себе колу и Milky Way похмельнуть. Придурок, что сейчас разобьешь. Не. Этот маленький Milky Way раньше стоил... Сколько? 2 гривны, да? Пожалуйста, 6.50. Сука. 6.50. Ну мне тупо на кэш похуй. Ну меня кэш похуй, бля, да, как обычно. Ну да. А потом, мам, дай денег. Как эту хуйню схавать? Я когда тест. Только зубы поранял, да? А, понятно. Экзорсис. Блядь, надо хрозик прятать.
Нюха. Все, идем бухать.